Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся выполнять столбик с 5 накидами. Выполняем на крючок 5 накидов. Раз, два, три, четыре и 5. Обратите внимание, я аккуратно пальчиком придерживаю наши накиды, чтобы они не раскрутились и не соскользнули с крючка. Вводим крючок в основное полотно. Петлю предыдущего ряда вытягиваем рабочую нить и теперь провязываем, захватывая рабочую нить, петельку и накид, опять петельку образовавшуюся и накид, петельку и накид, петельку и накид, петельку и накид. Хорошо видно, мы провязали с вами все накиды. На крючочке осталось 2 петли, которые мы теперь с вами провязываем вместе. Так мы с вами выполнили столбик с 5 накидами. Давайте еще раз повторим, как он выполняется. Выполняем 5 накидов на крючок. 1, 2, 3, 4, 5. Напоминаю, аккуратненько придерживаем пальчиком. Вводим крючок предыдущий ряд, в петельку предыдущего ряда, и вытягиваем рабочую нить. Обратите внимание, теперь мы провязываем с вами петельку и накид. Опять петельку и накид. Не спеша, аккуратненько. Петельку и накид. Петельку и накид. Петельку образовавшуюся и накид. На крючке осталось 2 петли, которые мы с вами провязываем вместе. Столбик с 5 накидами готов.